Ну, включить ее мне не суждено. Будем смотреть выключенный телевизор, будем смотреть на выключенную PlayStation. Вообще, конечно, жутковатая штуковина. Ты понимаешь, что вот эта вот какая-то вот эта инопланетная форма, да, и может втянуть тебя полностью и полностью сожрать твои мозги. Знаешь, такой сидит такой череп с дымящимися глазами. Так ведь обычно показывают геймеров. Вообще вот такие эти красные обои, черный потолок. Это все опять же Дэвид Линч. Дэвид Туа. Кухня. Но видите, тут тоже комната большая. Сейчас. Ну, вы поняли, вот такое кварцевое освещение. Что я могу сказать? Вот ванная комната. И вот тут джакузи. Я совершенно не знаю, какие пользоваться. Я под шумок бы принял джакузи первый раз в жизни. Но не знаю, как вся эта система включается. И потом что-нибудь сделаешь не так, и нахлобучит, и все. То, что выходишь из ванны и все прям упираешься в зеркало, это очень правильно, я считаю. Но эта комната, где можно играть до полного сожжения мозгов и глаз, мне нравится, друзья мои. Ладно, сейчас буду сидеть. И сидеть, короче.